Это удивительно, но захожу в игру и смотрю, тут оказывается новое событие, ребят. Под названием развитие эликсиров. Давайте приступим к заданию. Да, реально это событие новое. 10 дней до него остается. Погодите, это что, надо успеть выполнить? Это очень странно. Я не смогу даже что-то... ладно. Полетели просто через этот телепорт. Слушайте, я надеюсь, что-то интересное. Надеюсь, такого события не было ранее, и это не то, что предыдущие приправы, которые все надоели, наверное, уже. Давайте посмотрим, давайте посмотрим. Я с нетерпением жду. Что-то необычно, конечно. Снова апдейтом, да, и сразу же, по сути, на второй день новое событие. Да, это, ребят, событие, смотрите, опять это великолепное зеркало. Да, кстати, видео по данному событию выйдет сегодня, естественно. Ну, а новые видео по новому апдейту, ребят, с новыми заданиями, с новой локацией начнутся с субботы. Поехали. Хаджанад. Хаджанад? Но она смеется. Получилось! Осталось нанять отряд наемников, организовать экспериментальную площадку, и в течение 10 дней я достигну начальной боевой мощи. Когда я получу отчеты, то смогу говорить наставнице увеличить бюджет. Так я докажу Академии, что эта форма алхимических зелий самая сильная. Что происходит? Почему она смотрит в сторону пустыни и глупо смеется? И все эти разговоры о наемниках и боевых моей мощи, она словно помешалась на битвах. Максиплей, что будем делать? Отойдем подальше? Постой-ка, мы как будто знакомы. Ой, правда, мы ее где-то видели. О, Паймон вспомнил, и мы встретили ее на утесе в тропическом лесу. Как ее зовут-то? Хозяйка чайного котла? Я еще, честно, я не помню. Паймон помнит... Помнится, что она довольно серьезная алхимик, и вряд ли стала бы использовать котел для чего-то, кроме исследований. Вспомнил, ее зовут Хаджанад. О, что? Кто-то произнес мое имя? Шучу. Обсуждаете меня за моей спиной. Это же... Это вы! Светловолосая чужеземка, летающий высокоинтеллектуальный помощник белого цвета. Мы тоже не ожидали тебя здесь встретить. Как поживаешь, Хаджанат? Хорошо, лучше некуда. Благодаря вам я смогла и сообщить данные о переплавляющем... таблеткам в научной работе и продемонстрировать их преимущества. Даже бригада 30 проявила определенный интерес. Как выяснилось, мой прежний наставник не принимал меня всерьез, хотя он и сам не представлял собой ничего особенного. Получив отзывы на мою работу, я сразу обошла наставника со всеми учениками и смогла от него избавиться. Жестоко. Моя новая наставница считает, что у моих исследований есть потенциал. Она помогла мне с выбором специальности и одобрила неплохой бюджет. Ах да, если у вас есть немного времени, не могли бы вы снова помочь мне? Если вы испытаете для меня эликсир взрывного кипения, я дам вам выделенную на эту часть бюджета в знак благодарности. Мора была рассчитана так, чтобы оплатить труд 50 человек. Неплохое вознаграждение, правда? Да. 50 человек. Так это выходит, мы сможем поработать денек, а потом долго-долго отдыхать. Похоже, это отличная сделка, Максиплей. Нам не часто такое предлагают. Хороший шанс, давай возьмемся. Ах, вы, как всегда, решительные. Тогда я к делу. В переплавляющих таблетках, которые я испытывала в море красных песков, обнаружился недостаток, связанный с температурой. В жарких условиях таблетки при взрыве не приносили желаемого эффекта, поэтому я решил растворить в стабильной жидкой среде определенные зелья. Хранятся они отдельно от таблеток с высокой точкой плавления. А при использовании препараты смешиваются, повышая внутреннее давление в емкости. После взрыва кипящей жидкости в среде таблетки оказывают более заметное воздействие и более стабильный эффект взрывного кипения. В честь этого я назвала прибор устройством взрывного кипения. Теперь вы можете хоть весь день просидеть возле пылающего цветка, а зелья все равно будут готовы для боя. Это значительно повышает надежность устройства. А еще я добавил его устройство функции при периодической активации записи. В бою оно будет автоматически запускаться в ответ на происходящее и к тому же записывать данные боя. Теперь им невероятно легко пользоваться.
То есть нам, нужно просто взять с собой это супер оборудованное устройство и поколотить пару монстров, верно? Конечно. Ты очень серьезно относишься к работе, Ханджанат. Так подробно объяснила, что даже Паймон вроде как все поняла, хотя очень далеко от этих материй. Какой-нибудь менее терпеливый ученый сказал бы просто исправлено пару известных и неизвестных проблем, чтобы не пускаться в длинные объяснения. Значит, оно активируется автоматически и ведет записи? Ладно, будем действовать по привычной схеме и поможем Ханджанат. Ханджанат. Проверить, как действует ее устройство. Это нам не впервой, пара простых боев. И заполучим крупную сумму, а заодно поможем Ханджанат все выигрыши. Вот это эффективная коммуникация. Я знал, что с вами не будет проще договориться, чем с наемниками. Я уже подготовила площадку для испытаний. Это подземелье неподалеку. Просто возьмите с собой устройство и испытайте его. Я буду ждать ваших отзывов здесь. Так это все то же самое, что и было раньше. В событии развития эликсиров вам предстоит пройти 3 последовательных раунда. В каждом из них необходимо побеждать непрерывно появляющихся врагов за отведенное время, чтобы набрать очки. Угу. В промежутках между раундами вы можете менять состав отряда, чтобы эффективнее справляться с разными врагами. По окончании испытания, в зависимости от результата, вы получите медали. Во время испытания устройства взрывного кипения автоматически срабатывает каждые 20 секунд. Активирую от 1 до 4 потенциальных лечебных эффектов. Эти эффекты на некоторое время предоставляют боевые усиления. В каждом раунде испытания действуют разные лечебные эффекты. Их разумное использование позволит вести бой быстро и эффективно. Короче, как обычно, я ничего не буду делать. Я просто буду бить мечом, копьем, луком и тому подобное. А, у нас... Нифига... Ой, извините. Ой, у нас получается, правильно я понимаю, что будет открываться не каждый день, а через 2 дня. Все понятно. У нас сейчас резонанс дендроэлектро, эффекты зелий. Ну ладно, давайте хоть в 2 словах посмотрим, что это такое. Вот, раунд 1 из 3. Травяной эликсир, активный персонаж, получает 50% дендро... Анемо Хиричурл изгой, которого я еще не видел. Кстати, он появился в обновлении, он здесь будет присутствовать. А если я одиночный режим сейчас начну, то мне потом покажут еще раз эти зелья, нет? Смотрите, активный персонаж получает 50% урона электро. Восстановление энергии всех членов отряда повышается на 60%. Энергия — это неплохо, когда персонаж вызывает стимуляцию, катализ или обострение. У противника сопротивление физическому урону и всем элементам у этих врагов снижается. Стимуляция. Стимулировать — это как? Это получается, короче, вода плюс дендро. Катализ — это электро, да, наверное, с этим дендроэлектро. Я могу ошибаться, на самом деле. Обострение тогда что это такое? Ай, ладно. Ну, все связано с дендро. Дендро плюс другие эти, да, как я понимаю. Вода, электричество, обострение. Я не помню, что такое обострение. Так, и что повышается на 60%? Эликсир вызывает скипение, действует... Короче, мне нужны электро-персонажи, дендро-персонажи. Я не знаю, мне дадут что-нибудь? Ух, ё-моё. А, во-во-во, смотрите, отряд можно выбрать, реально. И тут даже предлагают, все понятно. Так, знаете, что мы сделаем? Давайте мы так. Здесь множитель у нас стоит, а? Я думаю, что давайте на X4 попробуем. Я вообще не знаю, насколько это будет сложно. Но мне будет явно сложно. А потом посмотрим эти... В конце посмотрим, что нужно было выполнить, какие... Сколько очков набрать. Здесь, в принципе, у нас плесеньки, ребят. Плесеньки, это прекрасно. Это прекрасно, потому что нам нужно здесь Аль-Хайтама поставить. Я своего Аль-Хайтама поставлю. И свою, соответственно... Можно сюда поставить? Или тут все подряд? К сожалению, у меня будет неудобно переключаться между ними. Так, а я могу не менять, да, как я понимаю? То есть я могу менять, и не мог... не... можно и не менять, как я понимаю. Блин, я так не знаю, ребят. Ладно, давайте, короче, поэкспериментируем. Я хочу еще, знаете, вот вы не поверите, но я сюда хочу Кадзуху добавить. Они очень хорошо будут вместе собираться, и потом мы будем их просто бить. Правильно я понимаю, да? Только чем мы бить-то будем, да? Это будет бить, соответственно, своей Ешкой только в основном. Аль-Хайтам вообще слабак, он вообще ничего не сможет сделать. Но
Знаете что? Ладно, давайте Елань поменяем все-таки на... Елань поменяем. Вот так вот сделаем. Ну вот самое отвратительное, что здесь вот последовательность не та. Сейчас все сделаем. Короче, смотрите. Все, поехали. Делаем так, так и Кадзуха. Ну, мне хочется поставить Кадзуха. Не знаю, как он будет работать здесь. Давайте как раз и поэкспериментируем. Поехали. Ох, это будет жестко. Ну, первое, как испытание, как обычно, сложно. Если что, переиграем, да, как бы, ничего страшного. Так, а нужно еще следить за этим, да? Оп, ёба, еще следить. Офигеть, офигеть, все очень плохо, да? А что я сделал? А, я все сделал. Кадзуха здесь лишний. Сразу говорю, Кадзуха лишний. Я это понял уже спустя. Как же непривычно. У меня всегда, потому что Аяка на единичке, а я приключаюсь вместо этого постоянно на Аль-Хайдама. Ё-моё, просто какой-то кошмар. О, это жесть, как же непривычно-то. Так, ладно, все, отлично, справились, справились. Ладно, будем знать. В любом случае, будем знать. Вообще, можно, кстати, даже и не пользоваться. Да. Понятно, я понял тебя. Я вообще никого не вижу, да. Так, Дендер у нас пошел, да, надо был Дендер использовать. К сожалению, у меня вообще ничего не осталось. Поэтому давайте пока что... Да, это будет самое ужасное, ребят, извините. Я даже не наберу, скорее всего, нужное количество баллов, если что. У меня такое чувство. Надо было Кадзуху менять, мне кажется. Хотя я не знаю даже, кого можно было бы поставить, если не Кадзуху. Я чувствую, не набираю, ребят. Так, а что? Нельзя посмотреть никак. Ладно, хорошо, давайте сначала закончим, посмотрим, что у нас там вышло. И теперь давайте познакомимся с анемо Хили Чурлом Изгоем, кстати. Это прикольная тема. Активный персонаж получает 50% бонус Электро. Это прекрасно. Гидра. Это вообще замечательно. И мастерство стихии всех элементов отряда повышается. Когда хп персонажа снижается, все персонажи в отряде увеличивают мастерство стихии на 250. Ну, тут гидра с электро. Вы сами понимаете, что это значит. Поэтому я просто ставлю... Ух ты ж, мне даже какоми дают. Мне даже какоми дают. Ну, зачем мне какоми, если у меня есть Юлани, ребят? Я вот этого не понимаю. Ладно. Так... Короче, я возьму Кадзуху. Я сказал, что в первом раунде он не нужен был мне, но я еще раз его возьму. Не судите строго, мне так нравится с Кадзухой играть. Поехали. Это X4, кстати, да? Ой, как же опять неудобно. Че за... Я не так поставил, потому что... Ай, ладно. Слеза... Первого раунда, ребят, все пошло не так, как нужно. А, сейчас электро у меня, да, по идее, накопится, точнее, уже накопилось, но я не могу переключаться из-за того, что у меня ульта Ела не работает. Слушайте, а вообще, кстати, я не имею представления, зачем здесь мне я и Мика нужна, вообще не без понятия. Вообще без понятия, зачем мне я и Мика здесь нужна. Я теряю больше времени, пока Ешку ее использую. Да, она же у меня всегда стоит на другом, на другой кнопке. Так, вода пошла. Заполняется эта штуковина, кстати, по-моему, да, я правильно понимаю? Ой, что-то сложновато идет. Но я не могу опять же переключиться. Да, вода на максимум. Но у меня же хорошо ульта работает. Я думаю, по идее, должно все работать дальше, да?
Ладно, давайте. Ой. Давайте, ну... Ох ты ж, зря я запустил. Ай, ладно. Давай! Чё стоишь-то? Ой, это будет просто кошмар. Мне хочется посмотреть, на самом деле, к чему это все приведет. Давайте этого убьем хотя бы. А, это был, кстати, по-моему, я даже Хели Чурла этого не заметил. Все смешалось, ребята, все в одной куче. А, сила атаки активного персонажа увеличивается на 50%. Сила атаки. Это эликсир взрывного кипения. Отлично. Когда персонаж вызывает рассеивание... Кадзуха, сразу Кадзуха, третий раунд Кадзухи, это его просто, у противника защита этим снижается, замечательно. Урон от обычной заряженной атаки у активного персонажа увеличивается. Восстановление энергии всех этих, да вообще я не вижу смысла, смотрите. А, они предлагают сюда, смотрите, кого поставить. Рассеивание, они хотят, чтобы я сюда этого поставил. Ну, кстати, мне на самом деле бы, хотя я не буду рисковать, ладно. Так, она у меня стоит на Ешке. Ешка, так, все, я помню. Так, мы сделаем следующим образом, смотрите. Я буду бить Аякой в любом случае. А, ладно, короче, у меня есть идея. Ладно, смотрите, вот убираем вот это. Вот так вот ставим. Потом, я очень хочу поставить Елани, естественно. И это будет Кадзуха, Кадзуха, Кадзуха. Кадзуха. Нормально же? Ай, ладно, поехали. Текущий счет 6 тысяч. Что-то мне кажется, 6 тысяч, это, ребят, это вообще ничто. Это просто ничто. Бум! Вот это я понимаю, отлично. Поехали. Как вам рассеивание мое, да? Ну, я сейчас уже не могу спускаться. Или могу, да? Спуститься, да? Поехали, ладно, спустимся. Так, мы делаем вот так вот, потом переключаемся, делаем вот так вот, интересные действия. Хорошо пошло, все. Да, рассеивание, кстати, довольно-таки интересный момент. Надо... Где следующая пачка появится? Все, вижу. Так, есть, все, я поехали, поехали. А я летаю, надеюсь, я не вижу. А, да, я летаю, по-моему. А я не летал. А, ладно. Выход Кадзуки, поехали. Да, кукла работает, кукла работает. Во, кстати. Это хорошая тема. Это Кадзухи. Если бы они появлялись бы в одной точке, вообще идеально было бы, согласитесь. А, это серьезный противник. Я все понял. Давай, 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 давай! Да елки! Капец. Ладно, я понял тебя. Не успел, не успел, да? Ах, ты ж, ладно. Счет 8800. Ладно, я старался. Мне золото, кстати, дали. Мне сдали золото, но вы прекрасно понимаете, что после золота идет типа платина, или как она называется. Я, к сожалению, не получил, но может быть. Может быть. В описании событий мы можем посмотреть. О, вот оно что. Тут надо было всего лишь набрать 4000. 4000, а у меня 8800. Не, ребята, это очень простое испытание в событии. То есть, кстати, я-то думал, здесь будет реально посложнее. Нет, все отлично. Я как бы никаких претензий, молодцы. А что у нас дальше? Послесловие. Через 5 дней послесловие. Я тебя понял. Слушайте, интересно. И, кстати, этот Хиличурл, дайте на него заглянуть-то.
Анемах или Чурл изгоем. Я его так не видел, на самом деле, но я думаю, что мы его увидим уже в ближайшей серии, когда откроем локацию. Вот это новую локацию, ребята, я с нетерпением жду. Вот даже задание уже вот тут мигает. Не забываем подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимать на колокольчик. Не забывайте подписываться на все каналы, ссылочки которых расположены в описании к этому видео. Для меня это очень важно, вы поддержите меня, соответственно, и не забывайте также, колокольчик, лайк, смотрите видео до конца и комментарий обязательно пишем везде. Все, это будет просто супер. Все, увидимся. Пока-пока.